Этот парень лучший из экспертов по оценке риска в том бедламе, что мы называем страховым бизнесом. Ух ты! Ого! Ну и хоромы! Лиза! Клод! Эй, на судне! Ау! Лиза! Тук-тук! О, боже! Ой-ля-ля! Ой-ля-ля! О, боже! Это ты, Робин? Это не то, чем кажется! Останешься на яхте у Клода? Я безумно растеряна, Рубен. Я должна решать это на свежую голову. Что ты с ней сделал? Перекрыл вентиль? Как ее заставил? Ошибаешься, Любен. Меня зовут не Любен, а Рубен. Слушай, мы сначала нырали, говорили жизнь, выпили винца, остановиться не смогли. Искра с первого взгляда. Это частная собственность. Да-да, я знаю. Я новый хозяин. Въезжаю через месяц. А, да, мистер Пфайфер, так? Пфайфер. Но зовите меня Рубеном. Годится. Добро пожаловать. Спасибо. Все бабы стервы, Рубен. О, боже. Кажется, я его знаю. Давай, давай. Рубен? Ты Рубен Пфайфер, да? Да. Я Полли. Принц. Мы учились в одной школе, в 5-м или 6-м, где-то так. Сидели рядом. А, Полли Принц. Да. Да, я вспомнил тебя. Но ты сменила школу. Да, пришлось уйти. А, мы с мамой точно переехали в Мичиган. А сейчас ты в Нью-Йорке? Да, почти полгода уже. Ага. Да, вот так. Хм. Да. Хм.